Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я холост, мне 29 лет, живу в маленьком городке, мотаюсь по вахтам, уже это надоело. Вроде и платят нормально, но дорогу выматывать конкретно, самолеты, поезда. Как можно переосмыслить все и двигаться дальше? Смотрите. В первую очередь, на что нужно обратить внимание, это на то, что вас выматывает дорога, как вы говорите. То есть, вы от нее, ну, как бы устаете, получается. От дороги, я имею в виду. Вот. Это важный момент, потому что если вы устаете от дороги, значит, на вас это как-то вот негативно влияет. И мне кажется, что начинать нужно здесь с того, чтобы вам постараться увидеть, чем именно вас напрягает дорога. Особенно с учетом того, что, если я верно вас понял, то раньше ничего такого не было. Ну, то есть вот раньше вас дорога не напрягала. Сейчас получается, что-то изменилось. Сейчас получается, что-то произошло. Ну, с вами. Что вас это стало напрягать. То есть, видимо, вы в данном случае как-то изменились. Вот. Ну, давайте в таком случае подумаем о том, как вы могли измениться там. Вот. Как вы поменялись? Вы пишете, что вы работаете вахтами. Опять же, здесь вопрос такой, что вы выбрали свою работу в определенный момент, да? Каким-то образом опираясь на что-то, чего ты ожидал. Я думаю, что ну вот в какой-то степени, да, вас это устраивало.
Я так думаю. В определенное время. Но потом вы начали из этого вырастать, судя по тому, что вы, ну, пишете. Вот, давайте попробуем подумать. Попробуем подумать. Что изменилось? Что изменилось в вашей жизни? Что изменилось в вас? Чтобы стали по-другому на это, ну, на это смотреть. Вот это вот, я думаю, как раз то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. Ну, с точки зрения психологии, да? И дальше уже будет более, ну, как бы понятно, да? Что вы хотите делать с этим? Как вы хотите с этим делать, например? И так далее. Вот. Скорее всего, вы чувствуете, что созрели. Ага, для чего-то большего. Скорее всего. Скорее всего, вы чувствуете, что способны. Ну, способны на что-то большее. Вот. Но пока что вот. Вы это себе отрицает. Но я не думаю, что это является, значит, чем-то ужасным, вот. А я не думаю, что это является чем-то таким необратимым. Вот. Все это корректируется. А вот, было бы желание. Было бы желание у вас, да, над собой работать, и все, в принципе, ну, корректируется. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Другой вопрос.
заключается в том, хотите ли вы с этим работать. Хотите ли вы над собой работать? Вот вы спрашиваете. Значит, как мне все переосмыслить? Задаете вы вопрос. И для начала увидеть, те изменения, которые у вас произошли. Для начала. Что вам не изменилось? Как вам не изменилось? Как я заметил, что во мне что-то изменилось. Вот это важно. Для начала, да, фиксировать изменения, которые у вас. Ну, есть. Дальше, я думаю, ситуация будет раскрываться потихонечку. Делать это, конечно, лучше всего со специалистом. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.